славники хвальних апостолов, и же высветых отца наша Николая, архиепископа Мерликийского чудотворца, священномученика Каприана, мученицы Юстини, и же память вышаем, святых праведных Бога Отец и Архимаянны, и всей святых, помилуйте и спасите нас, яко благ, и человека любит. Когда Господь благословил их и сказал: «Идите во имя Отца и Сына и Святого Духа, научите все языки православную веру, начитайте и наставляйте, чтобы они стали хорошими и добрыми христианинами». Дорогой христианин, мы вас поздравляем. От имени митрополита говорят о ваших трудах на благо Святой Православной Церкви. Я сказал вам и сказали братьям вашим, что я никогда не забуду ту прекрасную, добрую речь, которую вы говорили в монастыре Каприяна, тогда, когда я еще был молодым. Когда некоторые, которые попали в ересь и разделяли нашу православную церковь и пошли в митрополию Бессарабскую, выступали за соединение с другой патриархией. Но вот, благодаря вашему прекрасному, красноречивому докладу, который вы держали перед собранием, народ Божий понял, и священники остались в лоно православной церкви Молдовы и также с честью исполняют свой долг перед нашей Матерью Церкви. Благодарим вам за всю ваше служение, которое вы постоянно служите Богу и людям, и на этом приходе. Кого бы ни спросили мы, Бадаки, Калашевки, Мадьев Патрович, никто не знает. Это великий человек, это великий духовник, и мы постоянно переходим нас, едем в Калашевку на исповедь, на добрые советы и на благословение отца Леонида. Вы являетесь прекрасным, хорошим духовным священнослужителем, за что мы вас очень благодарим и желаем нести крест Господень и в дальнейшем со славой и честью, чтобы все, глядя на вас, взяли пример, чтобы вы были примерным и добрым пастырем до конца своей жизни, сколько Господь вас наградит днями жизни на этой земле. Благодарим вас за все. И благодарим матушку Юлию, которая тоже сегодня праздник 40-летие от когда нашей матушкой. Да, я хочу ее награждать, матушка, если поближе. Пожелаю вам крепкого здоровья и дай Бог, чтобы вы и впредь также в послушании были своему мужу, батюшке Леониду, помогли ему в его трудное служение. И когда он немножко согрешит, вы ему простите, он будет отчитаться любовью к вам. Да. Потому что всегда мужики такие, иногда горячие, иногда что-то скажут лишнего. Ну, а вас сегодня не дохватайте, то и то. Да. Поэтому мы сегодня вас наградать, пожелать вам крепкого здоровья и сказать всем: достой! Мы представляем канал Edit Media, и мы сегодня здесь, потому что тоже хотим вас поздравить с этим праздником, 40-летием
служения у престола Божьего. Примите самые теплые и искренние поздравления и от нашего канала Edit Media. А этот букет цветов очень ленит для вас в знак глубокого уважения и любви во Христе от всей Окницкой благочине. Этот букет цветов для вас. И поздравление для вас. Послушайте от Окницкой благочине. Поздравляем вас с 40-летием служения у престола Божьего. Ваша личность не нуждается в похвальных словах и эпитетах. Ваша жизнь и есть похвала перед Богом и между людьми, а ваше служение Господу служит венцом и украшением вашей личности и вашей жизни. Желаем вам всесильной помощи Божьей в вашем служении и дальнейшего процветания. В знак нашего глубокого к вам уважения и любви во Христе мы преподносим вам свои теплые и искренние поздравления. Многое лето, многое лето, многое лето. И мироносица. Батюшка, уважаемый наш батюшка, мы поздравляем вас с таким большим праздником, с юбилеем и многое-многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Поздравляем 40-летием. Любим все вас и желаем многое лето. Уважаемый отец Леонид, мы вас поздравляем с юбилеем 40-летия службы у престола. Мы желаем вам здоровья, спасения и многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже. Пожалуйста. Примар Атакский. Господин примар, пожалуйста. О, митра подошла. Отец Леонид, разрешите от Атакской примарии, от всех прихожан, Ларошовских, Волчинецких, Вунгерских, а так особенно преподнести вам памятную телу, которая напомнит вам о нашем непростом пути, который мы прошли с вашей пастой. Желаю вам здоровья, счастья, многих лет жизни, чтобы мы еще через 50 лет жили. Ваше Высокопреосвященство, честные отцы, братья и сестры, когда мне было 10 лет, в Черновицком кафедральном соборе я впервые увидел архиерея живого. Можете представить, что я почувствовал тогда своим детским сердцем, своим детским умом? Я думал, это Бог. Будучи в то время сзади в соборе, прибежал на самый вперед. Я слушал его проповедь, я, может, ее не понимал, но душа от радости пела. С тех пор я так полюбил архиереев, что для меня служба с архиереем что-то такое особенное. Оно и есть особенное. Знаете? И вот когда в этот сегодняшний юбилейный мой день, юбилейный год, я решил поблагодарить Бога божественной литургией. Не я придумал, Господь подсказал. Отец Леонид, пригласи еще одного. Ты их любишь, пусть будет два. Но на троих тебя не хватит, но с двумя как-нибудь все-таки... Потому я, Ваше Преосвященство, честные отцы, я очень благодарен за поздравления. Я в самой большой мере благодарен за молитвы. За то, которые вы возносили к Богу, за мое здоровье, за мою семью. Вы сегодня помянули и моих усопших родителей. Добрые они меня были. Они меня научили молитве. Они меня привели к Богу. Поэтому и за это тоже большое спасибо. Братья и сестры, прихожане, гости, всех вас за ту помощь, которую вы оказали
в совершении сегодняшнего праздника, за ваши молитвы, за ту любовь, которую вы выражаете ко мне вот уже в течение многих-многих лет. Спасибо вас, Господи. Спасибо, Господи, всех.